Доброе утро. Атрибуты немецких домов. Я нахожусь на велосипедной дорожке, причем двусторонней. Ширина ее примерно 3 метра. И рядом со мной находится один из типичных немецких домов. Я хотел бы показать, что входит в атрибуты немецких домов. Дорога. Паркплац для машин. Парковка для машин. И вот теперь типичные... Дом это двух- или четырехэтажный. Первый этаж в Германии не считается первым. Это считается Erdgeschoss. Первый этаж это как в Восточной Европе уже второй этаж. Поэтому отчет идет у них от Erdgeschoss. В основном на первых этажах живут пожилые люди. И что же входит здесь? Это скамейка перед подъездом. Козырек. Обычно это прозрачная дверь, то есть стеклянная или большое место в двери, это прозрачное стекло. Это номер, улицы имеют название, а подъезды в домах это вот цифрами уже означены. Теперь квартир, номеров квартир не бывает. Вот это почтовый ящик и вызовы жильцов дома, соединение вот кнопками. Вот это вот кнопки соединения, и на них указаны фамилии людей, которые там живут, но не указаны номера квартир. Почтовый ящик. Перед дверью обязательно вот такая сетка, где можно почистить ноги. И вот дверь, которую я показываю, она, видите, прозрачная. Вот вечером освещение. И вот такой козырек. В основном атрибуты каждого немецкого дома это те, что я показал. Но также у большинства домов есть велосипедные стоянки. Подъездные, скажем так. Вот такие вот они. Разного вида. И озеленение, газоны. Атрибуты немецких домов.